Здравствуйте, меня зовут Аня, я преподаватель школы Черника и действующий мастер студии. Сегодня я хотела бы поговорить с нами о аппарате, на котором работает наша студия, и в целом, почему он популярен, что в нем хорошего, чем он лучше остальных аппаратов. Это модель Strong 210, его мощность 35 тысяч оборотов. Сейчас очень многие мастера переходят именно на эту модель. Он рассчитан на обработку большого количества клиентов. Если у вас в день поток из 5-6 человек, он вполне себе может как бы работать все это время. Также касательно ручки, ее ни в коем случае нельзя класть на стол, бросать или там раскручивать вот эти вот части. То есть когда мы достаем заглушку, мы крутим только вот эту часть. Достали, поставили фрезы, сделали работу, поставили обратно обязательно заглушку, чтобы то не забивалась пыль, иначе потом будет плохо работать. Ну, то есть у него, так же, как у всех аппаратов, есть переключение на реверс, на форвард, правую и левую сторону чистим, включение-выключение. Также есть для переключения для работы с педалькой. То есть, ну, вот наши обороты. Мы можем сейчас включить, посмотреть. Где-то здесь вот у нас, ну, 20 тысяч, так у нас 35 максимум. То есть я рекомендую этот аппарат. Почему? Потому что он достаточно практичен, как мы уже сказали. У него приемлемая цена, довольно легко найти замену какой-то детали. Поэтому это лучший аппарат на сегодняшний день. Студия Черника и наш учебный центр, мы работаем на вот этих аппаратах. Приходите к нам, обучайтесь на качественном, хорошем оборудовании в уютной атмосфере. До встречи!